Пацаны, привет всем. Вот сейчас делаю крепление на форсаж. Вот, речка родная с КамАЗа, шаблончик как раз. Вместо нее мы, вот это дети и шли на насосе, на ТНВД. Вот. На газ там, на глушку, но их у меня нету, но мы это выкинем. И делаю пушка сейчас, фрезерую. Вот цилиндрик глушки КамАЗовский. Вы поняли? Хочу его где-то вот тут обварить и поставить. Доехала посылка в Чечню моему этому подписчику. Ставлю в середине ролика. Посмотрите, то есть, ну, человек доволен остался. То есть, кто ищет, тот всегда найдет. Как говорится, видите, как, ну, заморочились. Долго мы искали пути отхода. Как, что там, как и что, сейчас подачу. Ладно, потом. Включу. У нас уже ночь, уже снег срывается. Пацаны. Как-то так вот. Сейчас делаю на форсаж уже. Нашел клапан электромагнитный. Сейчас покажу вам. Сейчас подачу задубасим, чтобы оно чухало. А мы тут языком, как говорится, это, занимались. Все, подача поехала потихонечку. Ручка вращается, а мы ходим, разговоры говорим. Это фрезеруется клапана, понаходил, пошел. Либо вот такой поставлю на воздух, он нашел какой-то на 24 вольта. Либо фауна порылся, походил, а вот с фауна еще нашел клапана. Когда-то мы резались, я говорил, они фирменные, классные клапана. Мы их сейчас отрепетируем, и будет воздухом у нас все включаться. Ну, как-то так. Потихоньку работаем. Чего раньше не выходил в эфир, была работа, работали. То есть, ну, работа прежде всего. Тут события намечаются интересное на днях. Расскажу вам потом. Наверное, отдельно ролик сниму. Как, что и почему. Как оно все у меня вышло, да, в жизни нашей. Ну, то Ифочка ждет уже. Осталось немного. По поводу Патры выехал, пацаны, уже выезжал, уже вечером, как говорится, быстро. Ну, то опять отдельный ролик запилим. Этот, не работает делитель чего-то. Ну, они же на передача выбивают. Буду снимать на днях, ехать там искать железяки, делитель. Ну, кулиса работает хорошо, ну, то я уже в отдельном ролике запилю вам. Все увидите, как бы, ну, доволен более и менее. Ну, опять нужно выезжать, пробовать, доделывать, пацаны. Вы поняли, да? Вот такая ситуация. Все. Занимаемся форсажом. Постараюсь показать. Шайбочек он нарезал на ковш. Лазером Володя. Спасибо ему. Заготовочек. Где все говорят эти, ну, все деньги? А вот они, все, пацаны. Все, что зарабатывается, все обратно. Сюда же. Металлолом. Потихоньку сейчас фрезернем. Ну, короче, увидите. Это будет новая версия у меня, как установить форсаж. Ну, сейчас выключу. Как форсаж выглядит из середины. Подсочил вот такие вот я пробочки. Этот, мне там писали чертеж. Есть у мастера Юрий Алексеевич, Петр Алексеевич Юрков. Вбейте в Ютубе чертежи, все там, то есть, этот, есть у него, все есть. То есть, резьба он, здесь М6. Единственное, что я бы внес коррективу, может, я
это чертеж и правильно записал. Может быть, я как бы, ну, не стал заморачиваться. Сейчас вам скажу. Вот этот вот от буртика, ну, штангель такой 7-8, ну, не сутево. От буртика получается 22. Я бы сделал бы длиннее, из-за чего на этот сантиметр примерно оно в насос сильно входит в середину, и гаечкой фиксировать, ну, неудобно. Я еще сюда эту совал, эту втулочку, тут же болтик идет, ну, грубо говоря, упорный, вот так под рейку упора, под эту ж, эту, ну, на качелю. Вы поняли? То есть желательно, ну, как бы здесь все вышло хорошо, подточилось. Это у меня еще одна, я сразу две отдал токарю тут знакомому. Даже сам и не хотел и заморачиваться, и некогда было. То есть вот такая вот, ну, получается кабака, ну, простейшая. В первом видео есть, ну, как она уже в этом насосе стоит. Сейчас механическую часть, то есть, ну, нужно кончить и воздухом клапан, ну, то уже я делал. Сейчас этот хочу другую взять, там, систему включения, то есть, ну, на насосе это все зафиксировать. Ну, посмотрим, как оно все выйдет. Как-то так, пацаны, все хорошо. То есть, а видео этот гляните, как я выслал Чечню этот подарок из Украины, то есть, ну, другу, подписчику моему, он там доволен, все нормально, я очень рад, что оно доехало от души, как говорится, ну, хорошим людям всегда рады помочь. Так, занимаемся, ну, мы что-то сильно много слов, все, пацаны, работаем. Все, пацаны, фрезернули паз, сейчас сверлим под оську, вот сюда отверстие под оську вращения. Думаю, покажу весь тех процесс уже. Можно было, ну, этот, и приварить вилочку, ну, время есть, как бы, для души. Мне это нравится делать, как бы, сделаем красиво. Суть одна, смысл один, но чтобы уже все было сексуально. Кабака, чтобы была, пацаны, сексуальная там. Вы поняли? Потихонечку, раз-раз, винтик на 6 BMW. Нашел винтик BMW-шный с разборки, там фирма, ну, все как полагается. Они просто хорошие, я люблю булочные болты с иномарок, то есть они, ну, нормально ходят, все четенько, все просверлили, сейчас покажу онлайн, что у нас получилось. Открутим сейчас, опа, одной рукой не совсем удобно, но пока так, пока камеру не взяли, ну, ничего страшного. И я думаю, кому этот интересно, все, здесь у нас размер 17 у меня, вот тут по пластмасске. Я сделал 18 фрезой, чтобы оно свободно вставлялось. Вот так сейчас, тихо. Фу! Стоять! Казбек. Вот так вот оно все будет, вот такой пазик. Вот так, трубочка, и будет играть там, себе ловить. Винтиком его можно будет чуть-чуть его сжать, и все. Ну, как бы здесь жесткость не нужна, чтобы оно играло, то есть немножко. Это как я вижу. А там уже, ну, каждому свое. Вот такая вот получилась билиберда. Сейчас мы ее обрежем, варим вот сюда, где он уголок уже. А вот он. И на винтике, вот, вот так вот оно все будет примерно вариваться. Уголок, наверное, 25 на 25, я взял, даже и не знаю, что и шел. Сейчас посмотрим по
дороги зацепил. Не, что-то он, наверное, 27 на 27, ну это ж тут я запасом взял миллиметр, ну, не сутево, как говорится. Сейчас мы его обрежем, вот сюда варим, вот так вот нужно, потому что у меня ось вниз не получается, мешают эти форсуночные гайки, вот тут что идут, крепятся, ну, то уже подгонка, как называется. Все, пацаны, занимаемся, колдуем. Так, пацаны, вот так вот оно все будет примерно. Сейчас еще не мерил, сразу онлайн снимаем, чтобы он здесь играл. И сюда есть у нас люфтик чуть-чуть, то есть зажмется, все должно быть окей. Вы поняли? Уголочек, все, он винтики, ну сейчас идем, смотрим, как оно получается, честно. Это другая система, чтобы там не цепляться, как я раньше, ну, подцеплялся, там вот тяга длинная за компрессор, ну, оно то все равно, чем нажимать, ну, для себя, чисто для себя. Все, вот так вот сейчас идем, примеряем. Прихватил не сильно, чтобы, если что, там его откорректировать. Все, занимаемся. Так, пацаны, делаю вторую вилочку на насос, которая рейку будет тягать. У меня там этот торсион стоит, запорожца. Хороший материал. Вот сейчас оканчиваю, покажу, что получилось у нас. Так, тихо. Последние штрихи. Я думаю, что все. Да, выход есть. Сейчас сниму, покажу, что получилось. Все онлайн, онлайн. Дубасим онлайн. Сейчас расскажу за эту тягу. А, обрезал. Оно висит пока. Вот так вот оно все получается. Уже вы видели. Это родная с КамАЗа. Будем использовать. Вот сюда ее зажмем. Вот так. Клац. Приблизительно. Обрезали ее, как раз этот, есть резьба в ней, чтобы не изобретать велосипед дальше, ну, тихо, ну, фокусируйся, выше, ниже, то есть, ну, дальше, ближе, кому, как это, нашел он какую-то тягу, чего-то, не знаю, центр сделал, блин, чтобы уже, ну, вообще был фэн-шуй, можно было и без нее, вот так сейчас зажмем, варим ее. И варим вот ту, ну, кабаку ответную. Можно было и не фрезеровать, но что-то сегодня настроение такое душевное, чтобы уже время есть. Ночное он, все. Дырочку сделали на 6. Ну, сейчас фасочку снимем. Вот это обрежется сейчас. Варится, и все будет джики-буки. Короче говоря, все. То есть все просто, пацаны. Сегодня уже не успею вам показать, как оно. Надеюсь, завтра задубасим. Ну, еще работаем. Так, пацаны, вот такое вот получилось. Обварили его, еще он дымится, он, поняли. Тихо-тихо там, что точило наносит. Все, заварили. Потом торец, чтобы ребро добавить, усилитель небольшой там с двоечки металла, как бы этого хватит. Все, сейчас его идем, одеваем на насос, ставим. Вот так вот оно все будет получаться, уже сейчас покажу. Одной рукой и снимать, и делать, ну, постараемся. Ну, вы, короче, поняли. Не буду сейчас заморачиваться, время ваше тратить. Вот такая тяга, вот я ее уже обрезал, сварил, вот тут фрезеровал фрезой и терочкой. Ну, это можно зарезать, как бы, не сутево, вообще, как бы, ну, это пожелаю. Ну, я сделал вот так. Вот сюда оно оденется, чик, винтик маленький, все. Вот и вся система, еще проще. Ну, как оно выйдет, неизвестно никому. Сейчас мы его поставим и посмотрим. А испытывать уже, наверное, будем завтра.
Все, собираем. Так, ночь темная, ну, нам она не мешает, ребят. Вот так вот оно все получается, все вообще элементарно. Вот видите. То есть уголок вы видели, вот, приваренная вилочка, останется воздух. Вот тяга вот такая. Вот этот пластинка, она ходит туда-сюда. То есть, ну, может быть, здесь я что-то еще, какой-то улавливатель сделаю. А может быть и нет. Это уже надо посмотреть, как она работает. Все. Ну, темно, блин. Вот такая вот ситуация получается. На КамАЗе сейчас фонариком посвечу. Вы поняли? Вообще все просто. Резьба родная, штатная. Сейчас. Регулировочная. Здесь. Это у меня сегодня мысль пошла. Тут я по ночи работаю. Не люблю. Работать вообще по ночи, ну, как-то так, вот видите, вот, то есть, выставить тягу, и здесь этот ход изначально заводской меньше, тут еще стоит шайбочка, ну, где-то миллиметров 18 такая, этот, втулочка, то есть, ну, можно меньше больше, чтобы вам хватало хода вот этого вот, то есть, ну, нужно высчитать, и чтобы не гнуло там, ну, чтобы не было усилия, как говорится, и ход болта у того, что в середке, обязательно до 3 этих миллиметров, больше нежелательно, а то будет, ну, дымить, как этот паровоз, сильно очень, как бы, ну, оно в городе, где-то ехать в гору, братья наши меньшие будут волноваться с леденцами, так что, ну, не надо их волновать раньше времени. Так что все, пацаны, вот такая вот вещь у нас этот получилась. Смотрим видео, как этот доехала посылка в Чечню. Говорю еще раз подписчику, сейчас вставлю. Многим, я думаю, будет как бы этот интересно. Из Украины, из Харькова в Чечню. Вы поняли, то есть какая ситуация. Кто ищет и желание, как бы, ну, все решается. Даже в наше время вирусное, карантинное, все это возможно. Вывезли ночью, отдали человеку. Спасибо ему огромное, что довез. Все довольны. У человека, ну, автомобиль Атра. Апти его зовут, вроде бы, ну, если неправильно назвал имя, не обижайся. Так что, ну, главное, что цель достигнута. Все довольны. И мне приятно. Все, друг, давай там тебе от души еще раз, ну, привет семье твоей, да. И всем вам, ребят. Мы ж тут все вроде бы нормальные и адекватные. Все, пацаны, хватит на сегодня. Завтра постараюсь его подсадить уже и выехать испытать. Все, братья, всем привет. Парни, всем привет. Получил я посылку, подарок от друга с Украины. Вот. Сейчас я вам покажу, что это. Некоторые, наверное, догадались. От друга, от Ивана с Украины. Некоторые даже знают, что это. Короче, упаковал конкретно, чтобы не поцарапать. Главное, чтобы я тоже лезвие не поцарапал. Осторожненько. Долго я искал такой солнцезащитный козырек. Некоторые называют, некоторые спойлер, некоторые ветровик. Ну, кто как. Не мог я найти. Ну вот, мне друг мой подарил. Вот. Так вот. Не продал.
а просто подарил. Как хороший человек. Так, с одной рукой и снимать, и неудобно как. Все на работе, некому даже камеру подержать. Разбегались кто куда. Иван, Ваня, упаковал ты конкретно. Не просто так отправила, упаковал как положено. Всего немножко. Вот. Так вот, вот такой вот подарок Ислам с Украины в Чечню от друга моего. Как тебе? Красавчик, подарок. Есть же. Долго искал. Это что у нас здесь? Посмотрим. И пакет тоже. А что в пакете? Книга, ничего себе. Каталог запчастей. Экскаватор УД-114. Да, у меня нету такой книжки. Представь себе, по ремонту. Спасибо тебе, друг мой, огромное. Ты смотри, даже книга. Вот вам. Что значит друг настоящий. Так, с книгой. Машину. Назвай. Ой, весна. Да. Совсем по кайфу. Новый. Даже наклейка не стерлась. Представь себе. Yeah. Бэушный, но новый. Вот так вот. Поставим мы его вот сюда, на эту тапку. Ага, смотрится. Отлично. Сегодня не успеем. Вот, пацаны, какой у меня подарок с Украины в Чечню. Солнцезащитный козырек, да? Или как правильно? Все по-разному называют. Увидел я видеосъемку на ютубе, поинтересовался, как, где купил, у кого купил. Получается, он машину купил вместе с козырьком. Вот, и узнал, что я ищу, хочу такой козырек, и мне подарил с Украины в Чечню. Вот у нас теперь своя собственная такая вот. Спасибо, конечно, тебе, друг мой, Ваня. Я очень рад.